Всем привет! Как видите, у нас скоро будет обнова. Нам добавляют три новых скина. Это Минотавр у нас. Я так понял, что с кактусом будет. Все будут нервно курить сигару, когда он будет бить. Плюс у нас появляется новый скин Капитана Дрейка. Ну, не знаю, Капитан Дрейк, скорее всего, похож на одного из героев пиратов Карибского моря. Если кто не видел, можете посмотреть, очень похож. И третий герой с виду похожа на Вальку, но если посмотреть под юбку, не знаю, заметно, что там большая тыква, поэтому это, скорее всего, будет ведьма. Думаю, неделька или на следующей неделе, или через неделю мы уже увидим новые скины в жизни. Ну, не в жизни, точнее, а в игре. Посмотрим на прорисовку. Но, в принципе, скины как бы порадовали. Игра движется вперед. Скорее всего, там они будут добавлять точно так же по 10 тысяч жизней, но реально круто. Разработчики молодцы. Все не стоит на месте, скажем так. После введения аугментации игра получила, скажем так, новое направление для доната. И я не знаю, что будет дальше. Ведь реально еще 2-3 недели и аугментации закончатся. Наверное, скорее всего, будут уже вводить для донатов третью эволюцию. Я не знаю, чем еще нас порадовать, но посмотрим. Вот такие вот у нас новости. Ждем обнову.